В 1498 году художник закончил свою первую большую серию гравюр «Апокалипсис», ставшую значительным явлением в искусстве всего периода немецкого возрождения. Сюжеты на библейские и евангельские темы оставались главными в изобразительном искусстве XV-XVI веков, но у Дюрера они получили принципиально иное толкование. Тема апокалипсиса была созвучна настроением, царившим в Германии в конце 15-го столетия. Постоянные междоусобные войны, голод, эпидемии, слухи о предстоящем конце света и страшном суде, который грозит человечеству в 1500 году, все это нашло отражение в апокалипсисе. Серия, названная по образу народных изданий «Апокалипсис в лицах», предназначалась для самого широкого распространения. Она состояла из 15 больших листов. Текст располагался на обороте гравюр. Первое издание было напечатано на двух языках – латинском и немецком. Хотя Дюрер вслед за своими предшественниками объединяет несколько сцен на одной гравюре, он отказывается от бесхитростного расположения в ряд последовательности событий. Единство композиции, создание одной точки зрения, на основе которых выстраивается картина, является одним из основных формальных достижений итальянского ренессанса. И формальная композиция Дюрера показывает, что его итальянские студии были не напрасны. То, что, несмотря на это, перспективное построение пространства не соблюдается, есть отражение внимательного, личного прочтения апокалипсиса. В апокалипсисе речь идет не о реальной видимой действительности, а о видениях в душе, то есть о действительности, как бы смещенной, неподчиненной законам трехмерного пространства. И вот нередко на гравюрах Дюрера внизу мы находим перспективно развитое, близкое к действительности, пространство ландшафта. А вверху явление нереальное и потому плоское, призрачное, искаженное, но искаженное по нашим земным меркам. Сами по себе такие трудные условия иллюстрации стали для Дюрера стимулом для высшего проявления своего гения. Линейную орнаментику в этих условиях он развил до, кажется, непревзойденной красоты и изящества. И это самое малое, что мы можем сказать о Дюрере. О великих достижениях его апокалипсиса можно говорить бесконечно. Но нужно другое, нужно смотреть, рассматривать. Мучение евангелиста Иоанна. Этот лист Дюрер ставит в числе первых в соответствии с древней традицией изображения апокалипсиса. Иоанн изображен во время пытки в Риме перед ссылкой на Патмос. В противовес поздним явленческим картинам изображена мирская реалистическая сцена. Под балдахином слева восседает на троне император Домициан и наблюдает исполнение приговора. Иоанн молится, ногой и коленопреклоненный в котле с кипящим маслом. Впереди один из язычников раздувает огонь, второй поливает Иоанна кипящим маслом. Все это традиционные фигуры. Здесь рука художника идет легко и свободно. У нижнего парапета напирает толпа зрителей. Каждый в отдельности характер и отличается от других одеждой и жестами.